Кристина Васкевич, я рада вас видеть на канале шоу балета «Культурная революция». Сегодня у нас с вами среда, а значит, у нас будет развлекательный ролик. И сегодня у нас будут соревноваться друг с другом уже, можно сказать, профессионал Соня Платитина и новичок в нашем коллективе София Вчерашняя. Ну что ж, девчонки, вы даже не думали, да, что я вас способна соревноваться? Ну, придется. Слушайте, ну даже на самом деле интересно, потому что вот Соня, я еще специально назвала двух Соню, понимаете? Соня, она у нас очень старательная. На самом деле, когда она прилагает усилия, у нее получается практически все. Эта Соня у нас тоже не менее старательная, но более опытная. И интересно, как они будут справляться с заданиями друг друга. Девчонки, соревнования будут заключаться в том, что ты сначала задаешь какой-то элемент для Софии, а потом София задает какой-то элемент для тебя. Понятно? Сколько тебе лет? 12. А тебе? 9. 12 и 9, какая сумасшедшая разница. Слушайте, ну я не знаю даже, кто победит. И насколько этот бой будет равным, конечно, тоже неизвестно. Но девчонки обучаются в одной группе, по одной программе. Поэтому, я думаю, посмотреть нам на них будет сейчас интересно. Итак, девочки, пожмите друг другу руки. Итак, дорогие зрители, прямо сейчас напишите в комментариях, за кого вы болеете, потому что если вы досмотрите этот ролик до конца и узнаете результаты, уже будет как бы неинтересно. Итак, мы приступаем к нашим соревнованиям. Девочки уже размялись. Молодцы, хорошо, замечательно. Итак, кто из вас будет первым показывать задание? Давайте на камень-ножницы. Принимать от нее задание, как ты хочешь. Принимать. Три аллегории. Ну, кстати, София, я поняла, почему она захотела именно это задание, потому что она совсем недавно научилась их выполнять. Ну, как видите, мне достаточно неплохо получается. Соня, на самом деле, мне кажется, ты вот сейчас просто подпилила под собой ветку, потому что Соня их хорошо вращает, а ты только научилась. София, пожалуйста, выполняй три аллегории, можешь и больше. А, было бы неплохо, если бы ты еще колено затянула. А, Соня, я думаю, справила задание, да? И счет у нас пока что остается прежним. 0-0. София, загадывай свое задание для нашего новичка. Здесь сейчас надо держать спину, София, у тебя все получится. Давай, моя хорошая. Ну что ж, я хочу сказать, Соня, я думаю, можно засчитать, потому что даже у нее было немножечко правильнее, чем у тебя, у нас были ноги вместе. Ну что ж, Соня, ты придумала, что ты будешь загадывать? Хорошо, давай. Стойка на груди с согнутыми ножками. Мы это называем скорпиончик. Ну давай. Засчитываем, да? София, ну давай теперь ты загадывай. София загадывает силу. Сонечка, давай тогда. У тебя все получится. Колено внизу выдай. Ага. Ручки, смотрите. Я сейчас, друзья, параллельно прям объясню, как правильно выполнять. Смотри, наклоняй корпус вот сюда. Угу. Нижняя ножка выворотная. Верхнюю носок затяни, поднимай и удерживай. Удерживай, удерживай, удерживай. Угу. Засчитываем? Ну, безусловно, у Сонечки нашей не такая прям еще пока что растяжка, как у Сони Платицыной, но ты прям справилась, ты удержала свою ногу качественно достаточно. Очень приличные ноги тебе по ту сторону экрана могут грубо завидовать. Молодец, опять. Ну давай. Пожалуйста.
тебя посмотрим. О, Соня, что с твоим правой ногой? Она у тебя какая-то атрофированная. Что случилось? Левая поднимается, правая нет. Слушайте, друзья, ну на самом деле, у Сонечки новичка тоже были прям ошибочки в разложке, потому что, смотри, я объясню. Ты раскрыла, а когда возвращала, ты уже начала сгибать ноги. Они, по идее, должны идти ровными. У тебя, ну, вообще молчу, одна нога красивая, а вторая где-то висела. Я не могу рассудить, кто из них был круче, кто получит заветный вам победителя. Давайте все-таки это сделаете вы. Ну, а мы, девчонки, вам обещаем, что мы прочитаем все комментарии под этим видео, посчитаем голоса и объявим победителя. Так, друзья, обязательно комментируйте и пишите, кто победил, профи или новичок. Ну а мы с девчонками с вами прощаемся. До встречи в новых роликах. Пока!